Короче, вот сам мопед. Сейчас потихоньку разбираемся, что и да как с ним. В общем, сигналка работает, что-то тут снимается, в общем, она с сигналки. То есть он было тут перепутано. Вот это перелив, короче, на перелив шел. Этот фильтр бензиновый. В общем, сейчас налил туда бензин со шприца. Сейчас капну маслица в поршневую, чтобы компрессия появилась. И попробую запустить. Надо сейчас еще карбюратор сразу покрутить, что ли, блин. Посмотреть, что там накручено. Короче, ничего не практически не сделали. Скутер запускается почти. Да, блядь, ну ты дергаешь. У меня что, нога устала. Подожди, у нас же ускорительный насос есть. Если он работает. Там же бензин. Да может бензин уходит просто. Да, ага. На одном карбюраторе. Масло там в поршневой кончилось, да. Ну вот, а думали, сейчас поедем уже кататься по снегу. По снегу. Компрессии там что-то нету, похоже, бля. Давай еще сейчас. Маслица канем. Да попробуй бензин еще прыгнуть. Да блять, он. Я что это, блядь, протерял. А. Не лезет туда ни. Полезло. Сейчас, блядь, полный горшок наполню, нахрен. Так, сейчас. Наполнил, блядь. С бензина ему мало. Вон аж, блядь, и сверху. Да, что там, да, и главное держит, что ли? Давление хорошее создал, блядь. Какой толк? Сейчас там все залило, нахуй. Вот, блядь, скутер за 5000 рублей, правда, заглох. Надо еще карбюратор снять. О, блин, аж башка закружилась. Блять, давай сейчас машину надо поставить по-человечески. Не, когда газишь, он, блядь, выпустил. Да холодно. Ему поработать маленько, и было бы отлично. Ну, так вообще тихо работает. Да, блин, я вообще удивлен, двигатель вообще оттас. Вот хрен где-то начнут писать, не может быть, таких цен не бывает.
Парнишка просто на машину пересел, и ему этим говном уже не интересно стало заниматься. А так... У скутера даже вон сигналочка есть. Второй ключ нашли. Один вон туда я бросил, он валяется. В общем, короче, давай сейчас это... Так, разобрали карбюратор. Есть тут маленько грязи какой-то. Ржавщина, хренащина. Сейчас все продуем. Будем на место ставить. Эту еще не открыл. Надо смотреть, что с ней. Короче, после чистки карбюратора какой-то матери вырезали еще прокладку сюда. Положили, потому что кольцо было обжато. Сейчас вроде работает. Ну так, с перебоями. Ну, чё. Колесо заднее, сука, кривое. Надо его на равнение вести. Накс. Семь 454 пробег. Спидометр рабочий. А, померили компрессию. Компрессия 10 очков. Вообще отличная. Ну-ка, на-ка. Сними я. Как он заводит? Сейчас, сука, не заведется. Вот как всегда, блядь. Как на камеру что-то делать. Он нихера не получается. А. Завелся. Вот такой вот аппарат за 5000 рублей. Все равно вот этот перебой прям. Чего вот ему не нравится? Значит, надо карбюратор настраивать. Карбюратор настраивать. Я горки это ни хера, блядь, не слышу. Крутишь, 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 вроде растет. В обратную сторону крутишь, крутишь, нахрен, ничего не снижается, блин. Вот она растет вообще. Что-то типа как-то так должно быть. Высокий оборот. Блять, оборот этой ебаниной. Ну вот и давай. Если хватит. У нас вообще... А, хотел сказать, может он нас назад завелся. Ну что там на улице? На улице писец вообще. Все, что толку трактор чистил сегодня? Непонятно. ПВК сюда надо. Вот такой вот нахуй. И это как его. Воздушный фильтр, блять, от КамАЗа вот такой вот. Заебенить куда-нибудь вот так вот вывести, чтоб вот здесь такая хуёвина торчала. И пушка повалит, как тот повалит прям.
Да, блядь, скутер за 30 тысяч рублей? Ни хрена не это, никак не соберется. Что за 5? Работает. Это вроде нагрелось. Обогатитель-то. А он должен нагреваться. Ну, когда нагревается, там поднимается заслонка. Да вот он может из-за того, что холодный или что-то, он может завтра придешь и будешь опять в присядку тут на ножки прыгать. Еще. Вот чё и это как вот. Говорю, ускорительный насос, мне кажется. Как ты это сделал? Просто газанул. Ну, он что-то как-то работает. Ну, не все равно, мне кажется, ускорительный насос. Нет, вообще мотор новый, сука! Вот фуртанул, фуртанул, блин. Чёрт снять! За 5000 рублей уже оживлен. Вот морда от него немножко покоцанная. Ничего, ремонта пригодная. Почистили карбюратор, поставили шланги. Все правильно. В общем, как-то. Мотор не дымит ни на холодную, ни на горячую, прям набьё мотор. Только все равно хреново что-то с карбюратором не то. Или так не должно быть. Хреново знает. В общем, вот такой вот пылесос. Я забыл, как это сказать. А полное видео смотрите на канале. Оно пишется в эту же минуту. Почему всегда бензина не работает? А, потому что, блядь, аккумулятора нет, наверное. А, вон, приспустился вроде. Ну, посмотри. Вот сейчас это я подсоединю, посмотри. Да, поднимается. Сильно? Думай. Да, чуть-чуть. О, ну работает, значит. Просто он был новый, ебли его, да и все. Ну, конечно, он когда-то новый был. Здесь вот тоже, бля. Клеить надо. Ну все, давай. Все, поехали. Заворачивай. Нахуй. Так.